На сегодняшний момент по результату нескольких наших программ у нас уже сформировался определенный пул, такое количество депутатов городского совета, которых мы уже увидели лица. Нет, увидели лица. Насколько они искренни, насколько они чисты в своих помыслах и что проявилось за этим, мы сделали небольшой коллаж и хотим вам тоже предложить. Вот как бы в политическом произведении было бы сказано, многие, наверное, вспомнят эту фразу: «Вы чьих будете?» Ну, там есть продолжение, в общем-то, в этой фразе. На самом деле, как это ни прискорбно, многие депутаты заангажированы, многие заинтересованы. И вот чем и как предстоит сделать собственные выводы каждому и из нас, и нашим жителям и горожанам, в том числе для понимания процессов, происходящих в нашем городе. Внимание на экран. Это те депутаты, которые уже побывали в наших программах и были рассмотрены. И то, что нам проявилось за... ну, это депутаты Мирской Рады 8-го скликания. Вот. Это те депутаты, которые уже были рассмотрены в декларациях, в голосованиях, в партийной принадлежности. Ну, и вот то, что проявляется за многими из них. Тобто в нас ця людина голосує за, ні, за 64 людини голосує за одну людину. Ну, це ж теж феномен. Як ми бачимо, не всі. Господи, що тут відбувається? Це ті ж лица. Це ще раз вам для... Глядності. От так, ой. А то я і думаю, чого ми судно взяли без інвентаризації? Все-таки є люди, які залишилися зі своїм лицем. Це програма проявлення. Сьогодні ми проявляли та виявляли схеми, які існують в дитячому харчуванні нашого міста. Розмірковуйте, розраховуйте. До зустрічі!